Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот, наконец-то, дождались мы дождика. Льет, как из ведра. Наконец-то напоит земельку водичкой. Курочки мои спрятались. Идет сегодня у меня проверка на прочность моей краски. Сарай я покрасила краской, которую делала сама. Как я ее делала? Варила клейстер, пол ведра клейстера, там растворяла глину, добавляла соль. И все, больше ничего. Нужно добавлять обязательно клей ПВА. Тогда получается водоэмульсионная краска. Но так как у меня не было возможности съездить купить клей ПВА, я решила провести испытание. Если смоет, значит, будем тогда делать с клеем ПВА и повторно красить. Вот это хороший дождик, очень хороший, хорошо, что пошел. Краска моя держится, не смывается. Не добавляла никакой воды в краску, только клейстер, белый мел, соль. На 10-литровое водой, ведро воды, ой, на 10-литровое ведро я добавляла 200 грамм соли. Говорят, что соль держит хорошо краску, не дает ей смываться. Вот проверим, это эксперимент. Деревья в саду я белила водоэмульсионной краской, но и добавляла немного глины. Где была глина, она смылась. Осталась только водоэмульсионная краска. Ну а здесь и была вода. Вода, водоэмульсионная краска и глина. И вот где глина смылась, а водоэмульсионная осталась. А здесь просто один клейстер, глина, соль. Воды нету никакой. Вот эксперимент. Когда пройдет дождь, все высохнет, я сниму. Сниму на прочность свою краску. Ну вот и все. Заходите в гости, буду рада. Ой, какая красота, уходить неохота. Воздух, прелесть, все свежо, хорошо. Посильнее, посильнее дождик. Ну, по-видимому, будет облажной и будет надолго. Сегодня избавил моего сына от работы, от поливки. До свидания.